Юная алматинка завоевала призовые места на конкурсе талантов США. 11-летняя Амина Арыстанбек выиграла серебро и бронзу в вокальном и инструментальном искусстве, оставив позади больше 6000 конкурсантов со всех уголков мира. Тем самым наша маленькая соотечественница стала единственным ребенком из Казахстана, который пробился в полуфинал Всемирного чемпионата исполнительских искусств за всю его историю. Отметим, в этом году американский проект отмечает 25-летний юбилей и собрал в два раза больше участников всех возрастных категорий. На отборочных этапах Амина исполнила народные песни на казахском языке и поразила жюри инструментальным номером из турецкого телесериала «Великолепный век». Я очень хотела участвовать в этом конкурсе. После окончания первого тура я начала подготовку к конкурсу. Конкурс проходил очень, очень интересно. Я познакомилась с новыми людьми, и там было очень классно и хорошо. Планы на будущее у юной звездочки грандиозные. Недавно Амина отсняла клип в США на одну из своих авторских песен. Новую композицию планируют презентовать в Казахстане осенью этого года. В Амине что хорошо, когда она выходит на сцену, девочка вот она совсем другая становится. Она включается, она прям становится прям звездой и выкладывается на все 100%. Настолько вот она умеет себя преподнести на сцене и сделать все, что мы проходим на уроках.